Тут здорово. Так, и теперь... Чё нам тут? Я уже забыл вообще. Вот, вчера играл. А, дрянь, ага, вакцинация, да, точно. Так. Да, мы убили эту тёлку. Из-за этого козла у нас в башке, который... Мы там что-то открыли. Свой гнев. Я обращал его на пользу. Он помогал мне двигаться дальше. И с его помощью я намеревался навсегда излечить тебя от Кевина. Слушай, да ты без меня сдохнешь от скуки. Мы ведь действительно неплохо сработались. Как считать, что мы квиты? Ну, если ты перестанешь пытаться меня уничтожить, я дам тебе пирожок. Потрясающе. А если ты съебешь от меня, я дам тебе булочку с повидлом. С клубничной. Так, а куда мне там, он говорит, химической лаборатории? Я просто обошел другой стороны. Черт, там утечка газа. Давай сегодня туда не пойдем. Вернемся как-нибудь потом, а? Эй, мартышка. Я тебя не слушаю. Я не слышу тебя. Так, сохраняемся. Они часть всего этого, они берут меня и запечатывают внутри, чтобы вирус мог расти. Они делят мой разум на части, помещают меня внутрь, чтобы он мог завладеть мной. Они удерживают меня. Суки. Дистанционно, да ты сука. Я отпер дверь, конечно, но она все равно закрыта, наверное, из-за утечки. Надо как-то исправить, да? Нет ни жвачки, ничего, чтобы залепить дырку.
ракурс убрать подачу газа. Окей. А это у нас что? Заплутал. Быстрее. Какая-то комната. Азот. Заебал, сколько заметок тут тебя. Так. В смысле, как ты? Нафига мне тогда плоская монета, блядь? Ну, вот ты жопа, смотри, больше не хочешь такое откручивать. Там как бы это заебали-то. Thank you.
почему это комната? Так, мне надо карту найти. Где-то здесь должна была быть карта. Карта. Что там по времени? Упасть, но может в любой момент. Падай. Вот и момент.
бьет озоб. Ебаный в рот. Картинка. Заканчиваются неудачной дозой. Раз, и нет человека. А много не надо. Одного вируса для одного человека вполне достаточно. Красавец, да? Где-то еще что-то я упустил. Еще какой-то ряд. А, недостаточно, да? Где-то, сука, еще. Где тот, сука, что-то одно пропустил, и все, и пиздец, нахуй, внимательно. Ах ты, сука. Всё. Итак, я бегал и набегал. В общем, короче, это так тупо, ты посмотри. Вот в этой части, вот никто... Было обучение, мы прошли её. Нам никто не говорил, что надо делать вот так вот вообще, вот, что можно взять и прям расхуячить. То есть, сука, понимаешь, в чем вся дело, все дело, блядь. Это так тупорыло, пиздец. Все, утечка газа устранена. Все? Все окей, да, все отлично. Все открыли, идем дальше. Направо поверни, слушай, мартышка, они везде.
Не ходи туда. Идем обратно. Ты нас погубишь. Идем налево. Понятия не имею, что это на мне уже страшно. Типа, а в чем весь прикол? Типа, ладно. Не понимаю. Куда мне? Что мне делать? Опять вот это вот. Ох ты. Стой. Погоди секундочку. Начало у нас, конечно, было дурацкое, но мы же можем стать друзьями. Зачем тебе это? Мартышка, я не хочу умирать. Так. Типа, нам надо избавиться от этого хуя, да? Так, дверь мы нашли. Сейчас рычаг. Да, блядь, сука ты драная. Ай. Как ты мне... Здрасте, что еще где-то есть? Да, два. Так, все как надо, блядь. Стой, контейнер. Мертвый работник
малоэффективный работник. Работая с опасными материалами, обязательно надевайте защитные очки. Храните личную капсулу с цианидом отдельно от аспирина. Так. Погоди, постой. Так. Да заткнись ты там, нахуй. Что это, куда оно выкатывается там? Заклинило, собственно, описание, за штука правильно, стабилизатор жидкости. Так, ладно. Ладно, сохранюсь. Окей. Они часть всего этого, они берут меня и запечатывают внутрь, чтобы вирус мог расти. Они делят мой разум на части, помещают меня внутрь, чтобы он мог завладеть мной, а не удерживать меня. Здорово. Кто они? Чё они? Так, ну почему? Подожди. Чё за хуйня? Почему он это? А, господи. Так, не скатывайся там, блядь. Так, какой защитный оборудование, если там есть. Блядь! Ну ты жопа. Давай, более уверенней, давай. Да, блядь. Кидай. Прошу тебя. Я смог бы привыкнуть, смириться. Мы бы стали соседями. Пользовались бы телом по очереди. Ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Понимаю я. Так, давайте выбираем. А, да, выполнить. Есть ли чрезвычайная ситуация? Да. Вы говорите правду? Да. Да. Выполнить. Хорошо, чрезвычайная ситуация образовалась из-за вас. Нет. Ситуация настоящая или мнимая? Мнимая чрезвычайная ситуация — это, например, перебои в поставке кофе. Ситуация — это, например, чудовище. Настоящая, блядь.
Отлично, ваше описание подходит под необходимые условия для активации протокола чрезвычайной защиты. Вы хотите активировать протокол чрезвычайной защиты? А, да, уебашь всех. Заведение введено в чрезвычайное положение. Протокол чрезвычайной защиты активирован нельзя. Приносим свои извинения. Сука! К чему? Ой. Артефакт. Артефакт. 8 артефактов. Я где-то все равно где-то что-то я просрал. Сохраняемся. Ладно, понятно. Какие здесь две концовки, мне так и не понятно. Ну, я не буду их всех выполнять. Мне-то ни к чему. Другие там могут это все сделать. Мы просто проходим так. Завершение через 2 минуты. Господи. Ну, да, нет же. Я это вещь в контакт с разумом. Турнгайд. Как это сделал мой отец? Мне нужно было знать, что такое они сказали ему. Заставило его так быстро сдаться. Надо было положить этому конец. Я отлично знаю, о чем ты думаешь. Решил, что можешь меня уничтожить. А знаешь, что я думаю? Я прихвачу тебя с собой. Нет. Так, а куда нам идти? Погоди, постой, я не помню, куда нам. Да, вроде бы вот она. Ну что, вот и конец. Никаких наград, медалей. Даже спасибо не будет. Просто вакцина и занавес. Отлично. Филипп, пожалуйста, не надо меня убивать. У тебя ничего не получится. Да у тебя просто мозгов не хватит. Давай, давай, ты, жрущая тварь. Ты не так далеко ушел от амебы, как тебе кажется. Ты сейчас меня оскорбляешь, и при этом хочешь, чтобы я тебя оставил живых? Да пошел ты вот нахуй. Вот видишь, я же знал, что ты этого не сделаешь. Так что теперь командую тут я. Поехали. Так. Где-то это было. Нижняя, самая правая, это 4.
А мне что надо? Так. Сейчас я просто запишу. Так. Господь. Господь. Так, нам надо... хлор. Ацетон. Йод. Бром. Азот. И серу. Так, да? Ацетон. Да, типа один. Хлор. Это типа два. Сера это типа три. Йод это типа четыре. Азот это типа пять. И бром это типа шесть. Типа, ну, я думаю, я правильно, да? Что нам надо? Два. Один. Четыре. Шесть. Пять. Три. Все, видал? Да? Все здорово, все круто. Все. Нахуй убиваем этого пидораса. Так. Наконец-то. И что дальше нам делать? О! Да, ты был внезапненько. Отличное тело. И оно мое. А, он в том упыре. Ой! Ой! Да! Нет! Иди нахуй! Нахуй иди! Эй, хуйца пососи, пидор голый, А теперь у меня есть ты такой, чтобы тебя уничтожить. Ты можешь хуйца соснуть. Типа чё? Этот стал человеком больше, чем мог предположить. Человек, прости за его действия, прости. За это следующее действие, прости. Не ненавидь меня. Чего, блядь? Где я? Чего бояться? Я
могу потерять все. Один пришел первым. Человек Говард. Он не был сильный. Род людей вместе сильнее даже, чем я. Но человек один слабый. Но твою цену я знаю, человек. И я подчиняюсь тебе. Однако следует продолжить твои испытания. Хотя я не хочу это. Род людей не так един, как я. Каждый из вас одинок, и каждый тянет в свою сторону. Во мне все направлено в одну сторону. Только поэтому я помогаю тем, кто нарушил мой покой. Я проверю твои реакции, человек. Я проверю, к чему ты движешься. А тогда ты получишь свои ответы. И если захочешь, отомстишь. Кому? Кому мне, блядь, мстить-то? Так, ладно, давай, наверное, на этом все, да, как бы это, прервемся и потом запилим конец. Давай, все.